историю моей семьи Великая Отечественная война ворвалась неожиданно и трагически. Два моих прадеда, Сюрков Павел Иванович и Поляков Павел Анисимович, в июне 1941 года были призваны в армию и отправились на фронт. До победы не дожил ни один из них, семьям пришли похоронки. Их могилы удалось отыскать лишь после войны. Я помню, Беларусь помнит.